Всем привет, меня зовут Татьяна Андреева. На ютубе процветают выпуски на тему Back to School. Я уже выпустила один выпуск, ссылку я оставлю в описании под видео, там будет 3 части. В этом выпуске я хочу показать вам очень простой способ оформить свои школьные принадлежности. В этом выпуске будет очень много поцелуев. Я покажу вам, как сделать такую тетрадку. Из обычной белой ткани мы сделаем пенал для школьных принадлежностей. И так как на ютубе процветают жидкие мастер-классы, я не могла обойти эту тему стороной и сделала брелок «Жидкий поцелуй». Еще для комплекта я сделала такую ручку. Приступим. Сначала из половинки губки для мытья посуды подготовим штамп в виде губ. Намечаю контуры ручкой, а потом вырезаю губы канцелярским ножом и маникюрными ножницами. Такой штампик у меня получился. Работает он так. Наносим краску на выпуклые контуры штампа и переносим краску на бумагу. Таким способом я расцеловала белый лист формата А4. Теперь этим листом обклеиваю обложку тетрадки. К сожалению, листа не хватило для всей поверхности обложки. Тут я заклеиваю полоской белой бумаги. На этой полосочке тоже можно добавить поцелуи. С лицевой стороны я клею окошечко для того, чтобы подписывать тетрадь. Ну вот и все. Это мега простой способ оформить тетради в одном стиле. Кстати, вместо губ можно сделать штампы любой формы, например, сердечки. Идем дальше, сделаем пенал. На белой ткани, таким же способом, как и ранее, отпечатываем поцелуй в произвольном порядке. Я использую обычные акварельные краски. Пусть краски как следует высохнут. Я подготовилась заранее, вот моя готовая ткань. Горячим утюгом закрепляем краски внутри ткани, чтобы они не пачкали руки. Просто проглаживаем через лист бумаги. Теперь краски не остаются на руках. По размеру ручек и карандашей отрезаем прямоугольник. У меня это 22 на 26 сантиметров. Загибаем два противоположных края, где будет молния, наизнанку и фиксируем горячим клеем, либо прошиваем. Складываем лоскут пополам и вклеиваем или вшиваем молнию так, чтобы собачка оказалась внутри. В завершении склеиваем или сшиваем изделия с боков. Выворачиваем. Пенал с поцелуями готов. Легко повторить? По-моему, вполне. Идем дальше. Сделаем такой брелок «Жидкий поцелуй». Схема изготовления наверняка вам уже знакома. Между двумя кусочками пленки, в моем случае это плотная обложка для тетради, файл тут не подойдет. Помещаем бумажный шаблон нужной формы. Через лист бумаги проглаживаем горячим утюгом. Края пленок должны хорошо спаяться. Потом обрезаем все лишнее, оставив примерно 0,5 сантиметра с краев. Еще оставляем небольшой кружочек тут, чтобы цеплять брелок на веревку. Пинцетом вынимаем бумажку. Потом засыпаем вовнутрь блестки, бисер по желанию и заливаем густой шампунь или гель для душа. Через бумажку аккуратно по краю запаиваем эту часть утюгом. Все, осталось только прицепить веревку и добавить бусины по желанию. Брелок «Жидкий поцелуй» готов. Ну и последняя идея в рамках поцелуйного мастер-класса. Сделаем ручку в комплект. Обычную шариковую ручку покрываем полностью корректором, либо белой акриловой краской или белым лаком для ногтей. После того, как ручка просохнет, рисуем на ней красным фломастером следы поцелуев. Вот так. Я пробовала использовать перманентный маркер, но, к сожалению, он стирается с поверхности ручки. А фломастер нет, поэтому лучше подойдет именно фломастер. Закрепляем поцелуй прозрачным лаком для ногтей и готово. Вот какой поцелуйный комплект канцелярии к учебе мы сделали. Напишите свое мнение в комментариях, будет очень интересно его почитать. И пусть каждый ваш лайк будет поцелуем. Хорошего вам настроения, благодарю за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе новых выпусков. Всем пока!